Всем привет! С сегодняшнего дня, то есть с 12 февраля, началась новая акция в магазине АТБ, которая называется АТБ Кохай АТБ, то есть АТБ любит тебя. Кстати, об этой акции мне сообщил Стасик Батир в Инстаграме, за что большое ему спасибо. В этот раз обзор акции у меня будет виртуальный, без покупок, так как по условиям акции нужно скупиться одним чеком на 500 гривен. И так как у меня сегодня и в ближайшие дни покупок на такую сумму не предполагается, но об акции хочется рассказать как можно скорее, поэтому обзор сегодня будет вот в таком формате, без покупок. Итак, я сейчас нахожусь на сайте акции, который звучит так. love.atb.promo. Ссылка на сайт акции будет указана под видео. И давайте разбираться, что же это за акция. Итак, как видно из информации на сайте, акция будет действовать с 12 февраля по 12 марта 2021 года, то есть ровно месяц. И смотрите, здесь указана схема участия в акции, то есть вы делаете покупку в магазине АТБ на сумму от 500 гривен одним чеком. То есть сумма в чеке у вас должна быть больше, чем 500 гривен. Далее, вам в эту покупку, то есть в эти 500 гривен, обязательно нужно включить минимум один из товаров-партнеров. И полный перечень товаров-партнеров определен в официальных правилах акции. Чуть-чуть попозже мы посмотрим эти официальные правила. И после того, как вы выполните вот эти два условия, то есть покупка на сумму от 500 гривен, и вы обязательно включите в покупку один из товаров-партнеров, то у вас в чеке будет напечатан уникальный код, который нужно будет зарегистрировать вот здесь на сайте. И как мы здесь видим, здесь есть две целых кнопочки «Зарегистрировать код». Сейчас попробуем нажать. Видите, здесь, когда нажимаешь на кнопочку, появляется вот такая вот формочка. Очень простая регистрация. Вводите ваш номер телефона, код, ставите вот эти вот две галочки и нажимаете на кнопку «Зарегистрировать код». И все, ваш код зарегистрирован, вы принимаете участие в розыгрыше. И смотрите, здесь что еще изображено. 24 современных авто, Porsche Macan и сертификат, видите, 3 миллиона сертификатов и 110 украшений с диамантами от gold.ua. Принимайте участие в моментальном определении победителей и выигрывайте подарки. То есть, когда вы регистрируете код, то вы моментально узнаете, выиграли вы что-то или нет. Видите, можно выиграть сертификат на скидку на gold.ua на 500 гривен, также скидка на 1000 гривен, можно выиграть колье с диамантами и кулон с диамантами. Ну, то есть, это очень круто. Каждый твой зарегистрированный код примет участие в определении победителя, который получит один из автомобилей. То есть 24 современных автомобиля будет разыгрываться. И главный подарок — это Porsche Macan. Чем больше торговых марок партнеров в чеке, тем больше шансов получить подарок. Ага, то есть получается, если я правильно понял, если вы делаете покупку на сумму от 500 гривен, и вы включаете одну торговую марку, то есть один товар партнеров, то вы получаете один шанс на выигрыш. Если вы включаете две, значит два шанса. Ну и, соответственно, вот таким вот образом. Также здесь, смотрите, уже листаем ниже, указаны победители акции. И можно посмотреть, выиграли вы что-то или нет. Вот видите, дата 12 февраля сегодня, номер телефона частично указан и код, который был зарегистрирован. Проверить, выиграли вы или нет, можно, введя ваш номер телефона в эту формочку. И также можно, видите, переключаться. То есть кто-то выиграл даже сертификат на 1000 гривен. Диамантовое колье еще пока... Ага, диамантовое колье тоже уже один человек выиграл. Диамантовый кулон целых 3 человека. Автомобиль никто, Porsche Macan никто. Если у вас возникают вопросы по акции и вы не нашли ответ на ваш вопрос в официальных правилах акции, то можно позвонить по телефону горячей линии, который указан здесь на сайте. Что еще здесь можно посмотреть? Здесь есть менюшка. Смотрите, зарегистрировать код, личный кабинет. То есть в личном кабинете, скорее всего, будут указаны ваши все зарегистрированные коды, а также ваши подарки, которые вы выиграли. Вот как раз партнеры. Партнеры — это, ага, это сюда оно перелистывает.
победителя мы смотрели и официальные правила акции. Вот эти официальные правила акции, здесь максимально подробная информация, условия, подарки, которые можно выиграть, вот порядок участия в этой акции, если вдруг у вас есть какие-то вопросы. Дальше листаем, смотрите. Победители, которые получают главные подарки, будут определяться случайным образом с помощью компьютерного выбора. И видите, здесь представлены даты розыгрышей, то есть это 25 февраля, 5 марта, 18 марта. И 18 марта будет определяться победитель автомобиля Porsche Macan. Ага, и видите, здесь получается в этих трех еженедельных розыгрышах будет разыгрываться по 8 автомобилей Renault Sandero Stepway. Сейчас посмотрим, как выглядит этот автомобиль. Ну вот, судя по всему, вот эта вот моделька, возможно, немножко будет отличаться в зависимости от года выпуска. Я не сильно разбираюсь в автомобилях, но вот плюс-минус такой автомобиль можно выиграть. И видите, я сейчас зашел на сайт Renault, то есть вот автомобиль Renault Sandero Stepway есть в разных версиях. И стоимость этого автомобиля составляет от 358 тысяч гривен. Ну, в зависимости от комплектации, я так понимаю. И автомобиль Porsche Macan. Сейчас мы на него посмотрим. Хотя, в принципе, что на него смотреть, он же здесь на сайте был представлен. То есть, мы его здесь видели. Вот этот Porsche Macan. И видите, в официальных правилах здесь указано, что если в чеке товары партнеров из списка, определенного в разделе 10 этих правил, разных торговых марок, то есть если у вас товары партнеры разных торговых марок в чеке, то этот чек принимает участие в определении победителей пропорционально количеству торговых марок товаров партнеров, которые есть в чеке. То есть чем больше у вас разных торговых марок товаров партнеров в чеке, тем больше у вас шансов выиграть приз. И также здесь указано, что в течение суток вы можете зарегистрировать не более 5 кодов, в течение одной недели не более 20 кодов и в течение всего срока акции не более 50 кодов. Также вот здесь представлены все эти подарки, которые можно выиграть, то есть сертификат на 500, на 1000 гривен, золотой кулон 100 штук, золотое колье 10 штук, автомобиль Renault Sandero Stepway 24 штуки и автомобиль Porsche Macan 1 штука. И вот здесь листаем ниже, здесь представлен перечень товаров-партнеров, которые как раз и необходимо включать в вашу покупку. Вот такая вот акция действует в АТБ до 12 марта 2021 года. Поэтому, если вы будете делать покупки на сумму от 500 гривен, обязательно включите один из товаров-партнеров. Как минимум один из товаров-партнеров. И затем у вас в чеке будет код, который нужно будет зарегистрировать на этом сайте. И, возможно, именно вам повезет выиграть скидку на украшения, колье с диамантами, кулон с диамантами или даже автомобиль Renault и Porsche Macan. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Обязательно ставьте лайки. Всем удачи и пока-пока.